Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии внизу в описании к этому ролику. Обязательно загляните, посмотрите. Сегодня у нас 1 ноября. Солнце только встает из-за гор, как я вылез с моря. Температура воздуха 18 градусов. Небо ясное, дует легкий, еле заметный ветерок, море в целом спокойное, едва волнуется, вода хорошая, прозрачная, температура моря 19, может быть, 18 градусов, просыпаешься каждый день. Замечаешь изменения. Но купаюсь, кстати, не я один. Вот смотрите, вдалеке тоже нашелся человек, который залез сейчас в море. Время 7 часов. Народу практически нет. С исключением отдельных туристов и спортсменов, которые бегают по набережной нашего курортного города. Погода обещает сегодня быть теплой и безоблачной. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки, комментарии и, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!